45-та спеціалізована виставка-ярмарок «Будівництво садиба меблевий салон 2015» відобразила найсучасніші тенденції у будівництві та комфортному облаштуванні житла. Виставка проходить у Харкові уже 27 років поспіль. Цього року свою продукцію у Палаці спорту презентували понад 150 підприємств з 8 регіонів України. В группу компании АИС входят три завода по производству котлов. Мы выпускаем котлы класса люкс, одни из самых лучших котлов в Украине. Интересны тем, что на угле горят до 3 суток на одной загрузке. Также есть у нас котлы эконом-класса, которые горят до 2 суток на одной загрузке. И польские котлы Вихлач. Котлы интересны тем, что в них топливо горит, как свечка сверху вниз, потому можно применять любое некачественное топливо. За последние полгода компания «Смартон Умный Дом» сделала принципиальный скачок. Мы взяли на себе возможность и честь представлять основные европейские бренды, в том числе и Общеевропейскую ассоциацию KNX. Мы занимаемся не только торговлей, но и инсталляцией своих объектов, а также всего, что связано и можно интегрировать в систему «Умный дом». Это видеонаблюдение, теплые полы, автоматика. Все начиная от провода, заканчивая электростанцией. Вот. Мы строим будущее. Будущее за нами. Наш клуб занимается 4 направления – садоводство, цветоводство, овощеводство и виноградарство. В нашем клубе читаются лекции высококвалифицированные специалисты. Кого что будет интересовать, какая консультация, бесплатная, подчеркиваю. Обращайтесь к нам, и мы все вам расскажем. Находится наш клуб напротив универмага Харьков, ДК «Хемс». На 2-м этаже мы там арендуем помещение. Каждый четверг в 16:30 у нас лекции. Специализируемся в основном по утеплению крыш, а именно мансардных помещений. Благодаря такому утеплителю, как наш, мы можем достичь самых минимальных тепловых потерь на метр квадратный. При этом используя нашу систему отопления на минимальных условиях. Мы готовы выполнять работы, начиная от энергоаудита зданий и сооружений, выполнять работы по монтажу, поставке оборудования и дальнейшего сервисного обслуживания. Наша задача – оптимизировать расходы потребителя, используя самые современные технологии в энергообеспечении. Компания «Стомісан Україна» представляет продукцию, скажем, яка виготовляється з каучуку, натурального, резина, знана нам в світі, ЄПДМ. Це професійні ущільнювачі для вікон, які застосовуються на професійних віконних системах. Основні потужності виробничі знаходяться в Польщі і в Білорусі. Ми являємося представництвом, яке розповсюджує товар компанії по всій території України. А ми являємося производителями торгової марки «Спот Колор». На сьогоднішній день це харківське виробництво. Ми виробляємо продукцію, яка є декоративним средством защиты для древесины. Как известно, древесина – материал достаточно недешевый, благородный, живой и требующий определенного ухода. Для этой цели и существует наша торговая марка, и существует наш продукт. Представлено в 3, можно сказать, категориях. Это грунтовка, антисептик, пропитка, лазурь и топ-лазурь. Здесь представлены работы по технологии фьюзинг. Это когда стекло, это художественное, запекается в печи, нарезается мастерами композиция. Мы ставим в печь, проходит оно термообработку, спекается между собой, и тогда уже воплощаем в картины.